Со мной все хорошо, здоровье, со мной хорошо обращались, никаких побоев, ничего не было, и я для себя считаю это неким путешествием. То есть для себя я не считал себя пленником, я был путешественником. Все 3 года, которые я был в условиях Сирии, в условиях плена, это было мое путешествие. Мое путешествие, которое я назвал «Наедине с пустыней», и у него есть второе название «Путешествие на Сириус». На самом деле, от души я хочу поблагодарить всех людей, которые за меня переживали, которые стремились как-то помочь. Вся вот та помощь, которая была от людей всего мира, помощь от души. Я на самом деле приношу свои глубочайшие извинения за ту боль, которую я доставил людям своим путешествием. И Я просто от души благодарен за все то, что для меня сделали, пытались сделать. Ребята, действительно большое спасибо за то, что вы поддерживали меня дистанционно и за то, что поддерживали моих родителей, родственников и друзей. Всем людям, на самом деле, всего мира большое спасибо. Извините, пожалуйста, поймите, пожалуйста. Первое ощущение — племянники, родственники, родители и снег под ногами. Ребят, разувайтесь, идите по снегу пешком. Плаванием занимаюсь. Ты там силач, самый первый. Но вы верили все-таки, что вас отпустят? Я не верил, я знал, я был абсолютно уверен, что неважно, сколько я там пробуду, я знал, что я вернусь, все будет замечательно. И ничего плохого со мной не случится. То есть это была внутренняя такая, не то чтобы вера, а убежденность, просто было знание. Ну, все замечательно. Еще раз куда-нибудь Я вот думаю, у меня просто загранпаспорт ушел. Я сейчас быстренько загранпаспорт сделаю и снова куда-нибудь там в Сомали, в Афганистан, чтобы еще отсидеть 2-3 годика. Спасибо огромное. Вам большое спасибо.